Смотри, пап, здесь очень много букв. Привет. Мне нужно в ее квартиру. Хочу увидеть ее вещи. В данный момент это плохая идея. Извините. Я очень напугана. Послушайте, я куплю вам кофе, что-нибудь поесть, мы просто поговорим. Я бы хотел расспросить вас о ней, о чем-нибудь личном, о чем я, возможно, не знал, но на это нет времени. И я сейчас не в состоянии. Я... Расскажите мне все. Расскажите. Да. Я познакомила ее с ними. Познакомила ее с кем? С ночным цветком. Надоело. Корпорации то, корпорации сё. От тела не уходи. У них был домик у реки. У ночного цветка. Мне так страшно. Кого ты боишься? Они были у меня. Люди в черных костюмах расспрашивали об Эмме, а я им все наврала. Чем они занимались, Нортмой? О чем я ему хотела сказать? Беннет, вонючая мразь. Это все Беннет. Но прежде всего она хотела сообщить, что он ненормальный. Она поняла, что он полный псих. Да, да, может, он и такой, но сейчас важно другое. Чем они занимались, Нортмой? Зачем Эмма пошла в ночной цветок? Она в газету не могла пойти из-за контракта. И сенатор не помог, и вы это узнали. Даже не от меня. Я вам не сказала. У меня магазин багажных сумок. У меня 3-летний ребенок. Я ничего от вас не слышал. Чем они занимались в Нортмуре, о чем мама хотела сообщить? Это она оставила для вас. В случае. Я не хотела. Я человек. Я просто, блин, человек. Ну да, я знаю. Возвращайся к своему ребенку. Я не видел тебя. Хорошо. Иди. Я хочу вам кое-что сказать. Что? Она знала, что ее отравляют. Я любил этот город. Когда она переехала сюда, она сказала, что он напоминает ей Париж 20-х у нас. Очень традиционный дом в пустыне. Может, она не хотела такой жизни. Знаешь, как назывался ее контакт в ночном цветке? На этом мы закончим. Я уже закончила. Ее... В записях есть имя Робинсон. Это он. Да. И это все.